добрый вечер. Сегодня я начинаю следующий свой проект новогодний. Приглашаю вас со мной начать его и, в общем-то, начать и закончить. Сейчас я вам покажу, какие материалы мне понадобятся. Штучки, которые мы будем заворачивать, можно, в принципе, они могут быть любой формы. Поэтому это просто для примера. Все, поехали. Вот какие либо похожие материалы нам понадобятся. Я уже вырезала ткань такими кружочками по объему своих колокольчиков. Лента от покупки какой-то вещи для цветов. Нет, это какая-то вещь была фирменная, завязана. Собственно, когда-то купленный платок ради кружева. И сейчас будем что-то придумывать. Объяснить, что я сделала. Значит, я по всей окружности иголочкой набираю, как бы сметывая, ну, таким стежком сметочным, прошиваю, потом вставляю в середину заготовочку пластиковую и вот так вот аккуратненько стягиваю. Сейчас я покажу следующий этап, что я сделаю. Но я хочу их сделать несколько разными, если получится. Ну, сейчас все мы увидим. Вот следующий этап. Кусочек кружева. Ну, какой был у меня кусочек кружева? Я приблизительно измерила и поняла, что мне одного кусочка может быть достаточно. Я сейчас покажу, сколько он сантиметров. Я прикинула и поняла, что мне будет достаточно разделить этот кусочек на две части. Господи, где ж тут сантиметры? Угу. Их еще нужно найти. Сейчас 5 секунд. И вот они. Прошу прощения, что в обратную сторону. Ну, где-то 13 сантиметров для такого колокольчика получается кусочек кружева. Ну, было, да, сантиметров 25 был кусок. Я разделила его пополам. И вот что у меня уже получилось. То есть я его соединила аккуратненько. И так как оно пластичное, видите, вот оно натянулось. И уже вот такая юбочка, поясочек нашего колокольчика. Колокольчика мы шли вот такие шляпки, но мне нужно место, где я соединяла, красиво задекорировать. Я сейчас подумаю, как я это сделаю. Ну и я хотела еще бантики сделать. Возможно, я прям бантиком, у меня вот эта лента. Но теперь она как-то уже здесь и не в тему. Сейчас я поищу более узкую. И один колокольчик у нас готов. Здесь я заклею либо драконом, либо горячим пистолетом. Мои красавчики, трое, да? Не хочется ничего придумывать. Ничего мне не нравится. Бантики не подходят. Бантик, кстати, розовый. И он совсем выбивается из цвета. Так он не виден, но он розовый. И я по ходу придумала, вспомнила про это кружево. Из кончиков кружева вот вырезала три кусочка. Они как раз прекрасно ложатся вот сюда. Я их сейчас вот тут вклеиваю. Вклею горячим пистолетом. Никакой ПВА не удержит, даже не обольщайтесь. А вот это я поприхватываю ниточками. Все-таки клей мне не нравится, когда торчит непонятно. Посмотрю, как, чтобы красиво легло. Но я хочу вот эту сборку. Видите, кое-где выглядывает ниточка. Сейчас я наведу. Вот. Мне это не очень нравится, естественно. Ну и она пушистится. А вот я прикрою, и все будет очень красиво. Но оставлять торчащий колокольчик, этот цветочек, мне как-то не очень хочется. Я все-таки поприхватываю, чтобы он был прижат. Ну и все, и покажу вам уже в готовом совершенно виде. Только мне теперь... Да что ж такое? Вот. Только мне теперь еще нужно придумать красивые веревочки. Красивые веревочки нужны. Придется поискать где-то их.
Ну и потом, когда закончу, уже сниму где-то на какой-нибудь веточке красивой, может быть, елочку найду. В общем-то, хочу показать еще, как это выглядит по назначению. Ну-ка, посмотрите, что у меня получилось. В последний момент я вспомнила про свои золотые ленты. Приклеила я на горячий пистолет все эти пипочки, петельки и прикрепила ниточкой, иголочкой, чтобы все получше держалось и не оттопыривалось. Все, теперь моя задача сфотографировать всю эту красоту и заснять, показать вам. Прощаюсь с вами в этой серии. До новых встреч. Ждите моих новых идей. Я с вами всеми идеями поделюсь бесплатно, бескорыстно к Новому году с большой радостью. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не потерять меня. Всех люблю, целую, с наступающим!